Жители округа могут познакомиться с животным и растительным миром особо охраняемых территорий региона. Обо всех богатствах единственного в округе заповедника федерального значения расскажет выставка «Заповедник Ненецкий 20 лет спустя». Она посвящена году экологии, а также столетию природоохранной системы в России. Поздравить юбиляров с 20-летием пришли почетные гости – все те, кто помогает заповеднику в его охранной деятельности. В этот торжественный день мы желаем коллективу новых проектов, главное – здоровья и творческой энергии и оптимизма. К праздничной дате сотрудники заповедника подготовились основательно. На это ушел почти год. На выставке можно увидеть фотографии, сделанные во время научных экспедиций, книги и журналы, а также оборудование и одежду экологов. Одна из экспозиций посвящена сувенирам с фирменным логотипом заповедника, который был разработан специально к юбилею. Этот логотип в виде яйца и летящего лебедя. Он представлен на наших 20 значках, посвященных 20-летию. Логотип «Яйцо» олицетворяет нашу природу, наш заповедник как место, как родильный дом. Ну и лебедь – это наш символ, малый лебедь, да, потому что основная популяция, зимующая в Европе, гнездится у нас в заповеднике Ненецкий. Сувенирную продукцию сотрудники заповедника обычно дарят школьникам, участвующим в научных экспедициях и конкурсах, волонтерам, а также своим партнерам. Одна из них – Ненецкий краеведческий музей. По словам Нины Николаевой, эта выставка – своеобразный подарок к юбилею заповедника. На данной выставке представлен в основном животный и растительный мир заповедника. Также есть разделы, которые рассказывают о людях, которые трудятся в этой организации, это и госинспектора, и научные сотрудники. В частности, есть два раздела, которые рассказывают о научно-исследовательской работе, которая осуществляется на территории заповедника. Посетить выставку могут все желающие. Она продлится до 25 января. Иван Никонов, Александра Литкова, Антон Выдряков, телеканал «Север».